Всем привет! У меня под видео написали комментарии фильмы через Media Station X, и у меня максимум 5 гигабайт. Фильмы смотрятся, а выше там 20 гигабайт или 50 гигабайт не смотрятся. Хотя я через торренты захожу, как можно эту проблему устранить. Значит, устраняется проблема следующим образом. Вам необходимо скачать либо по ссылке под описанием, либо найти в интернете самим. Приложение называется TorSurf. Таким образом, после того, как вы его запустили, вам необходимо нажать пожертвование. Можно и пожертвование нажать, ничего страшного, это очень полезно для разработчиков. Нажали обновление. И нужно установить последнюю версию сервера. Нажимаете установить последнюю версию сервера. Происходит вот такое скачивание. Если вам нужно АПК, вот вы можете сверху качать. То есть у нас сейчас TorSurf 1.1.86. Все, это приложение можно скрыть. Ну, выйти из него. Не выйти, а в смысле его скрыть. Оно, в общем-то, всегда запущено. Это приложение лучше всего поставить на домашний какой-то девайс, который всегда находится дома. То есть, если у вас есть там старенький телефончик, можете на него установить этот TorSurf. Теперь я объясню, что еще необходимо сделать. Нужно нажать «Настройки». Сведения о телефоне в самом низу. Состояние. И увидеть IP-адрес. Вот сейчас вы видите мой IP-адрес. Он такой, скажем так, немножко странный для нормального, да? Почему? Потому что я сейчас нахожусь не в сети Wi-Fi, а в сети... Ну, интернет, то есть на мобильном интернете. И, естественно, этот IP-адрес мой не соответствует тому, который должен быть в вашей Wi-Fi сети. После этого, когда вы увидите адрес, у вас он будет такой 192.168.192. Так, сейчас мы посмотрим. Для того, чтобы определить, какой у меня, да, я... У меня стоит АПК WePlay, то есть приложение стоит на моем телефоне. Это приложение вы можете АПК-шкой скачать в наших группах, которые тоже будут под видео. То есть обновляется каждый раз, на сегодняшний день 1.1.45 что ли, по-моему, стоит. И теперь смотрим сервера. Вот такой у вас должен быть, как у меня. TorSurf 1.1.1.2x 192.168. Мой был 3170. У вас может быть немножко другой. В зависимости от того, сколько у вас приборов Wi-Fi находится на вашей сети Wi-Fi. И не забываем, после того IP-адреса, который вы увидели в настройках телефона, поставить еще двоеточие и поставить 8090. И после того, как вы это напишете, если у вас будет запущено приложение, то у вас не будет ошибки, а будет все четко. Если же вас этот способ не устраивает, вы можете, вот видите, да, не знаете, где взять сервер, TS2. ПВ 30 рублей. Можете платить, можете не платить. Все. После того, как у вас здесь будет все, серв запущен, вы можете смотреть любые, насколько хотите, гигабайт торренты. То есть, допустим, если это сериал, он, естественно, будет торрент очень большой, много весит. Либо это качество будет хорошего фильма,
И он будет больше там 5, 20 гигабайт, 40 гигабайт, сколько хотите. Все, после этого вам все будет доступно. Если это видео вам было полезным, ставьте лайки. Если вы что-то не поняли, задавайте вопросы в комментариях. Обязательно все расскажу, объясню, научу. Если не поймете под видео в комментариях, заходите в наши чаты, группы. Все ссылки есть под видео. Если вы с компьютера, можете зайти на главную страницу моего канала. Все ссылки там с правой стороны вверху видны. То есть у нас есть группы, у нас есть чаты. Везде разберемся, везде поможем. Все, на этом спасибо.